Друзья, мы присутствуем при читке. При читке? Значит, да. Читка такая. Мы тут с Сергеем Винником сделали книжку. Так. И были на презентации. Так. И я там зачитал один рассказ, который вошел в эту книжку. Так. Все быстренько побежали на Амазон и купили ее. Это чтобы, так. А чтобы подтвердить это, я зачитаю. Давай, подожди. А почему ты говорил, что это я был, пьеса или рассказ, что я был свидетелем чего-то? Ты был свидетелем этого рассказа, потому что это чисто исторический факт, который произошел 15 лет назад. А, ну то есть не 150. Не 150. Так, ладно. Я зачитаю, вам треба. Да, давай, 15 лет назад. Причем жена мне его не разрешает читать. Так. Да, поскольку здесь ее не... Да, поскольку пока не поздно. Пока ее здесь нет, я зачитаю. Давай. Все так. Прилично там? Да, называется «Эпизод в корейской бане». Было. Очередная обыкновенная среда. Бадний день. Банный день. Сидим мы в парилке, как обычно, травим баланду. Народ вокруг, который из интеллигентов, рассуждает о чем-то великом, а кто попроще, тот все больше отмалчивается. А народ все подваливает и подваливает. Не только уже нижние полки заняты, даже на верхних мест практически нет. А люди свои, хорошие люди. Да. Корейцами даже не пахнет, хотя баня корейская. Все больше пахнет потеющим русско-еврейским контингентом. И вдруг разговор как-то плавно перешел от рилстейт и баб в плоскость ниже пояса. Хорошо ли быть обрезанным? В полном смысле этого слова. Ну, вы меня понимаете. Да и где еще об этом не поговорить, как не в бане? Место самое подходящее, да и товар прямо в лицо собеседника поглядывает. И вот сидит мужик на полке, потеет и рассуждает. Предложили мне обрезание сделать, а я, мужики, все сомневаюсь, резать или нет, быть или не быть. И тут постепенно в этот разговор встревают все потеющие посетители парилки. Да уж резать это не наращивать. Смотри, не погорячись, лишнего не обрежь, не войди в идеологический раж. Слышится реплика соседа с верхней полки справа. В это время слева кто-то бухтит. Надо было резать, когда ты маленький был. Тогда не больно. Вот мне резали, я не помню, больно было или нет. А в твоем преклонном возрасте могут быть проблемы. А мужику, который в раздумьях, на вид лет 40, не больше. А я там где? Ты сейчас будешь? Подожди, дорогой. Так, подожди. Так, ну. И вдруг с левого нижнего угла слышится негромкий голос. А вот мне обрезание сделали совсем недавно, год назад, и ничего, все нормально. И тут взоры всех потеющих, рассуждающих о вечном вопросе, резать или не резать, обращаются к говорящему. А тот красивый, высокий, интересный мужик лет 50, сидит совершенно спокойно, улыбается. Только что было 40. Это тот, который спросил. Просто так. Ему когда обрезали, он надеялся. Я понял. Да. 40 лет, это который интересуется. Так, все сказали, нет? Давай. Все засуетились, поправили полотенце и стали расспрашивать. Как же ты в таком возрасте это сделал? Расскажи подробнее. Герой парилки уселся поудобнее, вытер пот со лба, рассмеялся и стал рассказывать. Да, в общем, говорить особо не о чем. Чик-чирик ножиком и все дела. Все только потом начинается. Немного было больно, а вернее некомфортабельно всего пару недель после обрезания. Даже пришлось широкие трусы одеть. Он помолчал и явно вспоминая добавил, хотя нет, трусы я одел на вторую неделю, а всю первую неделю по дому голый ходил, жену пугал. Интересующий обрезание мужик не успокаивается, это тот, которому 40. Так. И все расспрашивает, а что ты чувствовал, а как жена, а процесс полового акта удлиняется? В это время шутники с верхних полок комментируют. Как же может процесс удлиняться, когда те укорачивают? Сам подумай, дурная твоя голова. А обрезанный герой продолжает. Насчет времени как бы то же самое. Ничего такого не заметил. А вот учиться делать это пришлось заново. Странное ощущение. Интересующий задумчиво почесал голову. Теперь, когда ты знаешь, чем все закончится, скажи, согласился бы ли ты обрезаться? И замер в ожидании ответа. А герой сегодняшнего дня отвечает уверенно. Да как уверенно? Конечно бы обрезался, сейчас гораздо лучше. Лучше что? На полке все опять засуетились, а герой отвечает. Просто лучше. И чтобы закончить разговор, добавляет. Сейчас я вам анекдот расскажу. Народ в парилке поутих, а герой стал рассказывать. В одной еврейской семье родился мальчик без одного века. Погревал папаша и пошел к раввину. Слушай, ребе, говорит. Помоги сыну исправить дефект, век буду благодарен. Раввин отвечает,
давай я твоему сыну обрезание сделаю, а этот кусочек вместо века пришлю. Тут отрежем, там пришьем, все будет хорошо. Отец мальчик удивился, задумался, но не согласился. Что ты, Ребе, как так можно? Раввин настаивает. Я этими вещами 40 лет занимаюсь, у меня руки золотые. Я почти весь наш город обрезал. Все довольны, никто не жалуется. А отец мальчика отвечает. Нет, Ребе, ты меня не понял. Как будет мой мальчик с таким веком на мир смотреть? Херовый у него будет взгляд. Ты об этом подумал? Раввин задумался, а вслед за ним и все мы. А пока мы думали, поднялся наш герой, махнул на прощание своим обрезанным произведением искусства и вышел. Да, подумал я, теперь вопрос знакам. И все бы хорошо. Мы попарились, поболтали и разошлись довольные. Но неожиданно у этого банного эпизода было продолжение. На следующий день я был на день рождения своих друзей. Прекрасная семья, именинец, очаровательная женщина, муж классный парень, а ребенок вообще гениальный. Так вот, сели мы за стол и стали отмечать праздник. Выпили, закусили, поздравили именинницу. И в лучших традициях немного покритиковали мой очередной писательский опус, тот, который про обрезание. И мне популярно объяснили, что я скомкал конец. «Что ты пишешь?» – возглас моей музы остановил рождение очередного шедевра. «Какой конец? Вы там все чокнулись в этой корейской бане. Может, уже хватит про концы?» «Нет, дорогая», – я тихо возразил. «Это не тот конец, про который ты подумала. Это конец моего рассказа. Я его скомкал». Муза недоверчиво покачала головой. «Верь мне!» – продолжал я настаивать. «Конец надо изменить». Муза перебила, пытаясь не смеяться. «Да, конец действительно можно изменить. Хуже не будет». Она уже с трудом сдерживала смех. «Я знала, что вашего брата обрезает, но чтобы так, тут уже я не выдержал. Говорю совершенно серьезно. Меня, как писателя, задели за живое. Хочу поменять конец рассказа, и только это, больше ничего. Вот послушай». И я прочитал окончание рассказа своей дорогой музе. Пока мы думали, наш герой поднялся, махнул на прощание своим обрезанным произведением искусств и вышел. Он уже практически покинул парную. Как вдруг с верхней полки его окликнул хренастый, весь покрытый курчавыми волосами, невысокий брюнет. «Мужик, а ты не в Купертино живешь?» «Да», – удивленно ответил герой сегодняшнего дня, повернувшись к брюнету, – «в Купертино. Узнаю филигранную работу Лазы Моисеевича», – уже вовсю веселился брюнет. Его уверенная рука. В парилке раздался громкий смех. Рассмеялся и наш обрезанный герой. Он дернулся, сбросил полотенце и с шумом рухнул в бассейн с ледяной водой. Среда, банный день.